Всем привет! Я дала всем травки, а сейчас увидала, что у курочки хвостик крови. И курица та, которая мне несет яйца, несушка. Убирать не хочется такую курицу, но я хотела бы ее спасти. Но вопрос еще в том, очень меня интересует, кто это делает, кто начал, кто зачинщик. Вот у него, перышко было выдрато, и из-за этого кровь там пошла. Но, естественно, это привлекает внимание остальных курочек. И знаете что? Мне закралось такое вот подозрение, мысля такая закралась, что это делает утенок, который здесь находится. Проказник. Это, наверное, он, потому что до сих пор-то из кур никто этим не занимался. Утенок здесь. Он, наверное, начал уже щипать кур. До этого он щипал утят, вот этот черный утенок. А сейчас начал щипать кур. Я здесь постоянно не нахожусь, чтобы, это все увидеть. Но стала замечать, что он иногда как бы... Есть у него такие выбросы, что ли, нападки. То есть он пытается ущипнуть кого-нибудь из курочек. Взял, выдрал беленькое перышко, все, кровь пошла. А эти, будут продолжать это делать, курехи. Мне это не нравится. У меня три курочки, друзья, с лохматыми ножками. Та рыжая, которая возле поилки, серенькая. Вот, на поддоне стоит серенькая курочка с лохматыми ножками. Три, да? Может, еще одна какая-то? По-моему, только три такие. И вы знаете, уже и не помню, какие из них. Старушки, какие молодушки. Все оттягиваю этот момент. Оттягиваю, чтобы пометить ножки их. У меня получается 16 молодых курочек. Вот это. Рядышком. Молоденькая курочка. Курочки. Вот это черненькая, молоденькая. Ой, кошмар, запутаюсь. Получается... 16 и сколько? И 25? Да. И 25 старушек. 41 курица здесь. Надо брать топор, да, и всех без разбору. Кто под руки попадется, да, курехи. Травка. Там уже пророщенное зерно поспевает. Уже проклюнули зернышки пшеницы. Уже можно давать. Наверное, и дам сегодня вечером. Не наверное, а точно. Я им дам сегодня. Чуть-чуть. И завтра дам. Завтра будет больше пророщенное уже зернышко. Я бы хотела словить эту курицу и помазать ей там перекисью. Хвостик этот. Будут они ее... У нее видно, что прямо выдрато, видать, перышко. Жалко, она несется мне. Очень она похожа на ту курицу, вот беленькую, но той лохматой ножки. Вот, по окрасу. Та крупнее. Может быть, из-за того, что у этой-то линька была. Она тоже такая будет. Она была такая, еще когда петухи топтали, вот эта курица была такая бедная, несчастная. Ее любили петухи топтать. Несется. Ее я оставлю обязательно. Если буду конкретно всех убирать, ту оставлю обязательно. Чего кричите?